Подготовительный этап национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» выходит на финишную прямую. Региональные отборы претенденток на участие в конкурсе идут уже почти месяц. 29 ноября самую красивую девушку страны будут искать в Гродно. В кастинге, а он состоится в зале Центра культуры по улице Дзержинского, 1, ждут незамужних и не имеющих детей девушек в возрасте от 18 до 24 лет с хорошими внешними данными и ростом не ниже 174 сантиметров. Запрещено иметь татуировки и пирсинг, а вот знание иностранного языка и активная жизненная позиция, напротив, очень приветствуются. Начало кастинга в 18:00. Ну а пока одни девушки будут готовиться для участия в национальном конкурсе «Мисс Беларусь», другие будут блистать на показах фестиваля моды «Гродно Fashion Show 2019». 30 ноября на площадке крытого манежа ЦСКА «Неман» состоится сразу два масштабных показа. В 15 и 19 часов модельное агентство из многих городов Беларуси покажут на гродненском подиуме порядка 50 коллекций. В перерывах между показами на суд зрителей будет представлена выставка-продажа, на которой можно будет приобрести эксклюзивные коллекции дизайнерской одежды, а также уникальные аксессуары – сумки, перчатки, галстуки и многое другое. Организаторы мероприятий приглашают гродненцев и гостей города посетить данные мероприятия и получить яркие впечатления и удовольствие от красоты и моды.